Нет, сначала идут большинство машин, это щетки, они подметают дорогу, убирают много снега. Вторые, после них идут жидкие реагенты, а после жидких уже идет сухая обработка. А к реагенту, я думаю, что мне портит обувь. Больше ничего, приходится чистить, менять ее часто. Она теряет свой цвет и качество. Хорошо. И у меня была не очень приятная ситуация. У меня собака отравилась реагентами. И это, конечно, ужасно. Все нормальные страны уже давно отказались от этого. Но, может быть, когда-нибудь и в нашей стране что-нибудь изменится к лучшему.